день, мои дорогие! Добро пожаловать в GTA Online! Сегодня я, Маугли, вместе с Римасом и Грант Леоном. Мы будем выполнять невообразимый челлендж. Ей! Всем привет, ребятки! Здорово, ребята! Короче говоря, у нас такой непростой челлендж. Сейчас мы возьмем вертушку и после этого попытаемся поднять машину, загрузить, короче говоря, вот эту вот... Как называется? Как называется? Это называется буксир. Буксир, да. Или баркас. И, короче, попытаемся затопить буксир. По некоторым слухам ходят мифы, то, что этот буксир может затопиться, если он перекрушен. Я уже на него пожарную машину прицепил. Пожарная машина уже здесь. Уже здесь, да. Ну да. Вроде как говорят, что можно его так нагрузить, что по физике его потопит вообще. Так, давайте лучше сделаем так. Мы сейчас тогда возьмем вертушки, да, вот этот каргохол? Каргобоб, да, давай. Каргобоб, вернее. Каргохол, бери каргохол. Тоже неплохо. Подожди, а как ты туда затащил-то пожарную машину, что-то я не понял? Запрыгнул как? А я просто решил и припарковал, чё бы нет. Так, сейчас, короче говоря, я поближе подъеду тут немножко. А, блин, меня тут мнёт. Слушай, а вот это вот нельзя, мы уже здесь, смотрите, ребята, наделали всяких вещей, что вы тут делаете? Меня вообще потросит по этой штуке. Погоди, смотри, я очень круто швартуюсь прямо вот к бочине. Можно будет, если что, туда прям запрыгивать. Да-да-да, я вот... Ой, нет, стоп, вернись обратно. Я что, могу... у вас звезды, что ли? У меня пока нет. У меня одна. Ну это так, чисто... А. I'm star, очень star. Я пока просто владелец... Короче, вертушка нужна, ребят, вертушка нужна. Ох ты ж, нифига, эта лестница интерактивная, я даже не знал. Да. Она работает, конечно. Конечно. Все, смотри, вообще идеально, вот я идеально его поставил. Все, можешь спокойно теперь садиться в машину и заезжать сюда. Так, но я с этим не разберусь, ребятками. Вот. Идея, смотрите, идея была в том, что надо закидывать контейнеры. Но вот почему-то каргобоб, он не цепляет вот эти огромные контейнеры. Может быть, какие-то маленькие контейнеры он цепляет? Ну да, кто-то писал, что можно прям вот эти синие, которые, кстати, кажется, мне вообще они, ну, просто обычные дома, как бы, что отделять их, и можно прям вот вести их на каргобобе, но нет, не получается. То есть именно вот, которые вот здесь вот. Так, ладно. Каргобоб получается у нас вот на этой стороне, да? Да, каргобоб у нас там. Слушай, Римас, ты тогда погоди, давайте по очереди, короче. Загоняешь тачку, остаешься на баркасе и ждешь, пока следующий загонит тачку. Ну, давай. Я не хочу всю серию здесь простоять. Давай, серию пропущу. А погнали вдвоем, погнали. Ух ты, ёпта. Пропадет, я боюсь, он пропадет. А вертолет падает, смотрите. О, отлично. Это же человек вылетел. Я не хочу уходить с буксира, потому что он пропадет. Так, давайте я загрузил туда этот... Давай. Пожарная машина уже здесь. Да. В нее, кстати, можно сесть и водой поливать еще. Ну что, я тогда погнал тогда за этим делом. Давай. Так, все, я тоже здесь. Как вариант, ты можешь просто на каргобобе сюда приземлиться, тоже как бы вес определенный будет. А еще да, я там, знаешь, взорвусь просто, как обычно. Ну, а, ну да. Потому что такие крутые тачки тут просто. Чипуль. Задача в том, чтобы потопить этот буксир. Посмотрим, насколько этот челлендж, насколько этот миф, он реален. Выполним ли он? Челлендж! Челлендж! Леон. Да. Выполним ли он? О, ничего, ты улетел. Я тут развлекаюсь вообще по полной. Давай, короче, забирайся и жди здесь, я на машине хочу все занять. Давай, я уже давно... Короче, жди, сейчас батька Римас придет. Давай. Там еще, смотри, еще одна пожарка, это не ты? Не, ну, кстати, а что, можно было бы ее тоже... Возьмите ее. Смотри, они за нашей пожарной машиной бегут, нет? Да? Не знаю, они мимо пронеслись. Ай, блин, я думал, сейчас в воду начнут прыгать, типа, отдайте нашу пожарную машину. Сели такие, раз уехали с буксиром. Отдайте нам, пожалуйста, да? Верните, да, это автократная машина пожарная. Дяденька. Ай, идущий баталь просто. Блин, меня менты достали, сейчас реально достанут. Короче, ждите, сейчас я походу с ментами приду к вам. Да, вот, Лёв, вторая пожарная машина пошла. Отлично. О, слушай, ну он... стой, не перевернись. Он реально проседает. Короче, нифига. Он реально проседает. Ждите. Сейчас я прилечу, вам покажу просто, как надо делать. Ты на чем там? Главное, нас не взорви, Важно очень аккуратненько просто нагружать буксир. Стоп, ребят, я потерялся. А где каргобоб-то находится? Что-то не понял. Я правильно? У нас здесь стоит один. Нет, он... Он взорванный. Тут. Ой-ой-ой, смотри, отплывает. Буксир начал отплывать. Смотри, он сейчас взорвется, он прям у меня горит весь тут. Не, это у нас пожарная машина. Мигалки, да. Главное, чтобы пожарные машины не взорвались. Ай, тут такой пожарник смотрит. Так, подожди. Эти две машины и грустный такой. Типа мои машины. Грустнявый такой.
Так, так, так. Эй, куда ты поворачиваешь, блин? Вот так. Так. Ну, знаешь, это, знаешь, похоже же на какую-то новогоднюю елку, блин. Сейчас, сейчас все побольше. Можно, кстати, полицейские машины тоже туда закидывать. Они тоже по мою душу приехали. Ну, идите сюда. Слушай, а на что они реагируют? Слушай, ночь-то достала просто. Когда уже посветлеет? На что они реагируют, бинты? Мы же тут никого не трогаем, мы просто... Да я не знаю, они пожарные жалуются, у меня говорят, вот тут вот отбирают наши машины. Скорее всего, да. Пожарные, да, скорее всего, жалуются. А я им такой, нет! Я хулиган! Римас, ты где? Мы скучаем по тебе. Лечу! Лечу! Давай, сейчас приду! Главное, не взорви меня. Важно... Не-не-не, нормально, не взорву. Важный момент этого челленджа, нужно оставаться в кабине. То есть нельзя выходить, потому что иначе тебя, ну, закидает там каким-то грузом, или ты взорвешься, или умрешь. Думаешь? Ну да, я... О, так, отлично, полицейская машина одна еще. О, нормально, нормально. Он прям качается, он как бы немножко погружается даже. Как мне кажется, может просто это иллюзия. Так, я вижу. Так, все, готово. Я лечу к вам, ребятки. Давай, давай. Давай, давай, давай. И дай сюда обратно, и нам всем приятно. Так. Ты на каргобобе? Ой, какая! Да, сейчас, сейчас вам покажу. Блин, это чуть на жираф не напал. Так, спокойненько. Ну что, готовы батьку встречать? Да, 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 давай, давай, давай. Та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та. Та-та-ра-та. Я не знаю, при чем здесь саундтрек из Санта-Барбары. Не знаю почему-то. Я пытался спеть фанфары какие-то. Маугли! Будьте осторожны. Давай. Только не взорвись. Только не взорвись. Пожалуйста, не взорвись. Профессионалы не взрываются. Ну-ну-ну. Были бы у нас профессионалы здесь, я бы, может, не поверил. Ну, можно их изображать. А ты что хочешь делать? Ты прям приземлиться хочешь на нем? Ну а да, а что хочешь? Ну давай, а, ну, давай, 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 давай. Нет. А вот, кстати, ментовский. А, подожди, стоп. Они будут сразу говорить. Да, да. Может быть, тащи машину какую-нибудь? Да, я сейчас машинку притащу. Вот это вот, сука, вот ее подобрать попробуй. Грузовичок. Это же этот. Гелендваген там какой-то стоит. Перед ментами это разве можно делать? Так, нажимаем, клавишу. Да они не заметят вообще. Пофиг, они вон грустят, что у них забрали полицейскую машину и две пожарных. Плачут. И что-то стоит. Кровавыми слезами. Мне даже жалко. Так, подожди. Спускаемся, спускаемся. Сейчас будет чики-поки, все, ребят. Так. Я буду тебе вон это. Как бы махать. Типа, вот. Ниже, да, да, да. Выше, выше. Интересно, можно каргобобом подцепить каргобоб? Нет, вроде. Не знаю. Я даже пробовал как-то. О, пошло, пошло, пошло. Пошля мазута. Не разбей, столько, пожалуйста. Тяжелый же, зараза какой. О, нормально, нормально. Нормально, нормально. А как ты его скидывать будешь, ты понял? Мама! Я не знаю, как я скидывать буду. Я скинул его. Карный бабай. О, реально, реально, что происходит? И он, по-моему, даже почти остался. Почти остался. Живой, да? Ну, нет, нет, он его заживало между... Блин. А там еще взрыв, Маугли тоже нет. Да почему-то менты на меня начали нападать. Что такое? Жестяк просто. Так, ну что, попытка номер два, давайте еще раз. Главное, чтобы он не исчез, Баркас. Что тут происходит? Он тонет вместе с пожарными машинами. Да? Прям тонет? Да, он должен тонуть по-хорошему. Слушай, ну реально, давай еще его закидаем. Смотри. Смотрите, надо, чтобы кто-то был рядом, потому что он может иначе пропасть. Я уже потерял управление над ним, потому что, смотри, он весь обуглился. Тёма, ты сгоришь там сейчас. Это так, все, жди там, я сейчас к тебе на грузовике военном приеду. Горю. Во-во-во, пожарная машина приехала. Куда-то непонятно заехал, ну так, давай я ее сейчас заберу, походу. Это пожарники, которые хотели быть водолазами. Ага. Лёва сгорел посреди воды. Ну нет, я потушился, мне норм. От души так. Так, я еду, еще порция груза. О, я цепанул его! Уходи, уходи. Ага, все нормально, ты там, да, стоишь? Да-да-да. Я не знаю, он взор... Он реально тонет, смотри, он реально тонет, он уже в воде. Ты ухватил пожарную машину. Че, он тонет, да? Ну, смотри, прям вода, здесь прям вода на нем. Ну да, то есть он взорван, по сути он, ну, как бы уже не представляет. Ну, давай я сяду. Надо новый вызывать, как по мне. Зачем новый? Сейчас его полностью затопим, и все нормально будет, чики-поки. Мне кажется, уже топиться некуда, потому что здесь мель.
он на мель сел. Вот чисто мое наблюдение. А хотя... ты... О! Пошло! Что произошло? Ну-ка смотрим, я сейчас наверху посмотрю, что там под... Вообще конкретно Титаник тонет. Ой, мы вот поплыли. А ты что, его зацепил? Да, наверное, кажется, его зацепил. Ой. Ну, все. Похоже, смотри, похоже, он прям реально на мель сел. То есть, ну, вот да. Я плаваю по дну. Жестяк просто. Так, наверное, персонажа переодевать в юбку, когда ты плаваешь, не самый лучший вариант. Ну, так-то да. Ну, он практически... Нет, он не касается дна, нифига. Он не касается дна, я прям под ним плаваю. Кстати, я сейчас утону, похоже. Быстро выбирайся отсюда! Не, ну почему? Вот он прям на дне у меня валяется. Но он там не полностью же будет прикасаться. Слушай, давайте тогда второй возьмем, если так уж такая беда пошла. Тогда мы сразу, наверное, будем его этот... Ну, давай попробуем, сейчас я вызываю. Угу. Ну смотри, его нельзя взрывать. То есть, если его взрываешь, он сразу же... Сразу блин, становится... гребаная колючая проволока. Я как застрял! Меня придавил! А, нифига прикол! Меня ты, этот... Там, штука... Ты умираешь, да? Да, меня... Так, я плыву к тебе, спасать тебя. Спаси меня, пожалуйста, да? Погрузчик или как он? Он меня придавил. Ой, все, я выплыл. Выплыл? Ага. Слушай, тут мент приплыл что-то. Чего ему надо? Что тебе надо? Иди плыви дальше. По плывушке с ментами. Они дурачки, главное, когда началась заваруха, они свои машины топить начали. Да-да-да, я видел, прям спрыгивают оттуда. Так он, знаешь, прям... Порядок. Слушай, а там нормальный РП идет, я слышу прям. Выстрелы. Ну да. Хера, он в воздух поднялся, смотри! Где? Чё с ним? Кто? Чё? Кто, куда? Корабль! Блин, корабль в воздух поднимает, смотрите, Маугли. Какой? Ты сверху стоишь. Я не вижу этого. Это у тебя, наверное, только мы не видим. А что за фигня такая? А, вот он опустился опять. Сейчас, подожди. Вот так вот. Я вообще не понимаю, что происходит. О, смотри, что с ним, куда он поехал? Что-то, короче, с ним происходит. Поеду, да. А ты что здесь делаешь? Так, я сюда прошел только. Нифига меня пошли. Слушай, Лёва, иди сюда, это проклятый корабль, вообще реально. Да, смотри, вообще непонятно. Здесь как... гравитация не работает. Офигеть, я тут вообще по стенам бегаю. Смотри, по стенам бегаю. Ехаю. Нет, ты нормально. А, да, ты по стенам бегаешь, да? Еще я летаю здесь. Я когда подходил к тебе, я видел, что прям корабль прям вот воздух взлетал у тебя. Мне кажется, это какая-то аномальная здесь зона, здесь гравитация отсутствует. Ребята, мы нашли секрет GTA. Секреты GTA, да. Аномальная зона. Призрак. Без смс и регистрации. Бесплатно смотрите. Сейчас посмотрим. Так, у меня есть еще одна идея, господа. Давай. Мы сейчас возьмем вертолет такой же. Каргобоб. Втроем. Ага. Да, каргобоб. И... А кто из вас очень плохо летает? Ну, я не очень летаю. Ну, я нормально летаю. Давай, короче, ты сядешь за штурвал, короче, и мы будем молиться, чтобы ты нас не угробил. И будем поднимать. Вот просто жесть. Ты просто посмотри, попробуй поднять пожарную машину, либо там какую-то еще большой грузовик. Ладно, окей. Все, меня как раз убили, все нормально, значит, менты меня трогать не будут. Это вот корабль-призрак такой у нас получился здесь, в общем-то. Ну, короче, миф, мне кажется, так и остался, да? Ну, мне кажется, что миф все-таки оправдался, потому что, смотри, мы его практически потопили. Я думаю, что если бы мы были на какой-то более глубокой глубине, извини за тавтологию, то он реально бы погрузился в воду, хотя здесь реально у него палубу затопило, и вы это прекрасно видели. То есть все-таки эта штука, она работает. Может быть, ну, он не совсем там, знаешь, там поломался на две части там и начал тонуть. Да. И тут Леонардо Ди Каприо появился на льдине. Конечно, этого не произошло, но факт остается фактом, он начал тонуть. Угу. Так, ладненько. Ну что, нам осталось добраться до туда обратно, да? Слушай, Римас, меня закрыли за решеткой. Да, мне тоже. За колючкой. Давайте в эту сторону. Это его, по-моему, закрыли там. Вот ты здесь тоже, да? Да, походу, меня закрыли. Так, пошли машину найдем. Не, нам каргобоб нужен. Нам каргобоб же нужен. Песни петь. Каргобоб находится вот, куда я побежал, вот там вот. Да-да, ну чтобы достать, можно взять машину. Я ленивый, да. Ой, жди меня. Жду. Программа. Давай. Эй, нифига себе. А он вообще вонючка. Офига он. Что за взрывы там? Прости. Ребят, а что взрывы там такие?
Ты такой присел вообще. Он, главное, хотел убить чувака и попал по мне и убил меня. На самом. Лёва так присел так. Чуток. Приуныл. Приуныл, да. Не унывайте, пацаны. Там, кстати, два респа, да, вертушек? Да, вроде бы. Да, ага. Первый и второй, да, вроде бы? Только непонятно, какой из них появится. А вот стоит, я вижу. Так, мне надо выехать, короче, отсюда. Я в какую-то чертову область заехал. Закрытую, вообще непонятно. Чертова область! Яр! Что, как туда пробраться-то нам-то, а? Сейчас. Надо в объезд. Во, я, по-моему, нашел въезд. Все, я заезжаю. А, я знаю, где есть. У меня две звезды. Две звезды. А, нет, я туда прыгнул! Если бы вы видели, ребята. Тихо. Полицейский, простите, я в толчок хочу. Блин, меня в туалете. Ребята, если бы вы видели, что я сделал. Так, ладно. В толчок? В толчок. А здесь нельзя в толчок зайти? Да, можно, наверное. Здесь я не знаю, честно. Я в своей квартире захожу в толчок, нормально же? Ну, и в квартире, да, тоже, кстати, биотуалет. А биотуалет работает? Ну, наверное, блин, мне это назвать биотуалет, знаешь, с чем ассоциируется? С чем? С плохими воспоминаниями в студенческие времена, когда только биотуалеты появлялись там. Там не надо биотуалет. Я, ребята, извиняюсь, если вы кушаете, там идите, да, там. Отложите еду в сторону. Там такие запахи просто, биотуалет называется. Жесть просто, терпеть не могу. Я лучше штаны наделаю, чем в этот биотуалет сходить. Какие сегодня откровения у нас показывают. Вообще жесть. Ну, вы представьте, да, насколько это была жесть просто. Ну, можно, да, себе представить, воображение. Я оседлал один каргобоб, цепляю. Тут чуваки, короче. Они серьезные, жесткие. Ребята. Поехали. Серьезные, да. Садись, поехали. А где каргобоб? А давай тут тоже возьмем. А давай я просто его вызову, и у нас свой собственный будет каргобоб. А что у меня есть? Я летаю сейчас на одном. Поехали. Сейчас, так. Секунду. Пегасус. У меня есть какой-то крутой каргобоб раскрашенный. Нифига! Слушай, он и правда тяжело поднимает большие эти. Да ты что там творишь, погоди! Капец! Всех убивал. Блин, они теперь меня стреляют. Давим. Газовая атака. Газовая атака из биотуалета. Биотуалет в действии. Мобильный биотуалет. Ого, Лёва, привет. Здрасте. Ого, Лёва пришел. Заберешь нас? Цепляй. Цепляй нас. Давай, цепляй, все, поехали. Е нажимай. А там без Е, он автоматически цепляет. Да не автоматически, мне кажется, Е надо нажимать. Давай я рукой схвачусь. Что, цепил? Давай быстрее. Нет. Подъедьте просто вот чуть-чуть назад, знаете. Давай, менты о, уже. Полетели. О, есть, пошля мазута прекрасно. А мы можем летать и стрелять. Пошли нахер, менты. Слушай, это как такая, знаешь, подвижная турель. Мы можем стрелять. Че, куда летим? Так, летим на маркер, видишь, маркер стреляет. Стреляй ему прям в голову. О, точно. Ты. Нифига себе. Погоди, вот сзади стрельни, чтобы он выпрыгнул отсюда. Сейчас подниму, во. Хороший угол должен быть. Слушай, нам бы тебя не прострелить. Бои на машине. Слушай, от первого лица просто посмотри, Маугли, как вообще классно просто. Сейчас, погоди. Секси просто. О, отлично. Голова кружится начинает, привет. Да? Привет. Че, на свидание, что ли? Я хочу сделать тебе предложение. Выходи за меня замуж. А если я откажусь? Если откажусь, я сброшу нас, да? В машине. Лёва. У меня не пучка, если я взорву всех. Лёва, смотри, там маркер. Ты видишь, наверное, фиолетовый маркер? Лети туда, если ты можешь вообще. Я не вижу фиолетовый. Мы не в одном транспорте находимся. А, понятно. А, мы же не в одном транспорте с тобой сидим, точно. Короче, смотри. Как тебе объяснить? В аэропорт лети, если знаешь. В аэропорт. Все, полетели. Какой именно? Ну, самый главный, который. Не твой, который там возле твоего дома. Все, летим, ехаем. Слушай, а этот ты не отстаёшь. Много, да? Смотрите, что-то с колесом с правым стало, я вот смотрю. Вроде... А уже давно устало. Пробивали его и ничего. В воздухе как-то... В воздухе отвалилось от перегруза. Слушай, ну вообще красота, да? В экскурсии по Лос-Сантосу новый сервис. Ага. Я еще могу... На разбитой машине. Так вот не смешивать. С неадекватным пилотом. Че, давайте, вон,
Так, да, так, так. Отпускай нас. Отпускай. Да, отпускай. Что-то так пошло, ребят. Ой! Ой! Слушай, нормально, почти приземлились. Нормально, да? Он меня в воздухе за костями, прикинь. А, ты выпрыгнул или что? Мы зато живы. Мы зато живы остались, да? Да, мы живы. Живее всех живых. Нам как-то скрыться только. Просто демон. О, самолет, самолет, реактивный. Смотри, смотри, справа, справа. Тебе нужен? Да, поехали. Бери. Я поехал на каргобоб. Давай. А, давай вместе с тобой полетим лучше на крыло. Поехали, я передумал. Смотри, какой у меня крутой. Вообще, разноцветный, побежали, быстро, 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 быстро. Давай, 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 давай. Садись за руль. Все, я за рулем. На штурвал. А ты, наверное, тоже должен сядь. Не, а нет. Не, я рядом сяду. Нажми тебе, чтобы отпустить, отцепить захватный крюк. Все, теперь понятно. На Ешку. Что пишет? На Ешку активируется, да. Так, Лёва, ты где? Ага, я въехал в стройку. Слушай, ты можешь понизить уровень розыска? Слушай, у меня тут пулемет просто жесть. Я? Сейчас... Потому что нас расстреляют, мы взорвемся нафиг. Я не могу. Так, господи, Лестер. Лестеру звоню. What's up, Пен? Я просто назначить понизить уровень розыска. О, все, отлично. Все, нормально, готово. Так, Лёва, что делаем-то? Так, ну я вообще уже самолет это оседлываю. Давай мы твой самолет возьмем. Ну давай. Попробуйте, если получится. А черный что ли? Ага. Я пошаль! Ты его... вообще выпрыгнул-то? Чё у тебя такой ЛГБТшный парашют? Я чё не понимаю. Слушай, ты чё вообще? Нормальный парашют, чё вы начинаете? Когда ты летишь в небе, то все гомики Лос-Сантоса, они... Ликуют просто. Меня аж порвало, вот честно. Блин, я из-за вас умер, если честно. Так что берите самолет, подбирайте меня. Ты умер из-за своего парашюта, непонятно. Я появился на дороге, вот ты не уходи. Че вы, нормально? Цвет радуги, красивый цвет. Да, да, да. Его уже настолько опошлили. На парадах часто этот цвет привлекает очень сильно внимание. На каких парадах, я не понял, что там задумал. Может быть, я хочу шенгенскую визу получить. Что вы начинаете? Ну, все понятно, короче. Ребята, все, теперь вы о Римасе знаете все. Все, да. Я понять не имею, откуда у меня этот парашют появился. У меня был черный всегда. Да, 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 черный, пацанский, да? Так, стой, давай. Пацанский. Да я никому не скажу, что у меня точно такое же, да? Ой, блин. Ну, так не угорал. Блин, такую корягу нашел, конечно, жесть просто. Стой, стой, стой. Подберите меня, пожалуйста. Я заставлю твою малышку летать. Давай, где кто там надо мной? Я над тобой, я над тобой. Давай, поднимай меня. Давай, поднимай меня. Поднимай меня полностью. Поднимай меня скорей. Вози за стомать. Ну куда поехал-то? Стоять. Так, а где вы вообще есть? Я вот... Слушай, вот он я. Давай, все. А ты сажусь. Делаешь? А, ты ко мне следишь? Я хотел тебя на машине поднять. А ну, не интересно. Куда ты поехал? Да меня машина толкает. Зачем ты его зацепил, блин? А, ничего себе, так, вырули. Да блин! Нормального какого-то мыгана подцепили, непонятного. Да, куда ты полетел? Да куда летим-то? Маугли. А, так ты там что ли? А ты что не сел-то, почему? Я не успел, ты начал трогаться, меня, короче, выкинуло. Блин, там какой-то чувак сидит в машине, он, наверное, еще сейчас офигел. Слышишь, что меня 30 раз передавили, пока ты вылетал там, думал, что я стою. Ты можешь к этому мужику сесть? Просто. Сейчас меня убьют, походу. Давай, давай быстрее, ну... В машину, блин. Садись к нему в машину. Так, блин, сейчас, подожди. Ой, 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 ой. Сейчас. Стяг просто. Я не могу это. Ой, что-то, по-моему, с концентрацией угара уже начинает зашкаливать. Пилоты от бога. Вы просто вот, ну посмотрите, как я сейчас вот, не знаю, парю, что ли. Ага, вижу, где ты над этой стаканой. Мне ниже опуститься лопасти не дают, понимаешь? Слушай, ну каргобоб это вообще тема. О, я вижу, ты застрял. Не, каргобоб вообще офигенная тема. Мне кажется, надо больше челленджей с каргобобом. Я не помню, танк можно поднимать? Не помню, я каргобоб... Чем-то я поднимал танк. Каргобом, да, можно поднимать.
А смотри, а вот еще один каргобол. А, это взорвавшийся мой бомб стоит. Да, ой, ой, нечаянно. Так, ну все, короче, я выпрыгиваю. Да! Во, нормально. Блин, хорошо, что я отъехал назад. Я должен сгореть в этом вертолете. Садись. Не, ну это, конечно, такое. Слушай, а что, все, каргобоб мой приказал долго жить. А в него можешь зайти, интересно? Ой, 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 что такое появилось здесь? Вот это я быстро сообразил. Нифига, тут просто все в огне. Так, ну чё? Ну чё? Ну что, мы, смотри, мы в этой серии попробовали челлендж с потоплением баркаса, и он как бы, ну, практически удался, в общем. О, колеса горят, а? Ну, что у тебя, конечно, колеса горят? Потому что я призрачный машинка-водитель. Ребят, слушайте сюда, если у вас есть какие-то очень крутые, интересные челленджи, которые бы вы хотели нам задать и хотели бы, чтобы мы их выполнили или провалились, выполняя их на канале, то, соответственно, пишите об этом в комментариях. Самые интересные из них мы будем выбирать и пытаться реализовывать в реальности. Не стесняйтесь, ребята, ставьте лайки, дизлайки, всем с наступающим 1 сентября, как говорится, и давайте пишите свои предложения. Мы будем, конечно же, стараться выполнять челлендж от нас. С вами был Леон. Гранд Леон, Римас, ну и, конечно же, Маугли. С вами наш был Леон, Гранд Леон, Римас, Гранд Римас, Маугли, Гранд Маугли. Давайте, ребята, встаньте, встаньте, встаньте рядом со мной, встаньте все. Встаньте в группу, 3, 2, 1. Отлично. Всем тартарик, всем пока.